мощь, пирамида. Очень доброе утро. Сегодня 1 июля 2022 года. Я проснулся у подножия Утуликской подковы. Начал свой маршрут я 28 июня, 5 часов вечера, в деревне Далахай Закаменского района Республики Бурятия. Я шел 28-го, 29-го и вчера 30-го. И вот я здесь, в истоках реки Хохюргол, у подножия, можно сказать, вот этой южной вершины. Мои боевые кроксы мокрые, просто жесть. На самом деле мокрое все. Носки мембранные тоже лежат мокрые. И все нормально. Сейчас буду чай варить. Вот горелка уже собрана. Так, вот ранка. Я ее протер антисептической салфеткой и заклеил пластырем. Пока этого хватает, красноты нет. Все в порядке. Прорвемся. Такое шикарное место. Не хочется отсюда никуда уходить. Повешал носочки сушиться. В этом походе я использую вот такие прищепки для кройки и шитья. Это просто лютые прищепки. Они не держат очень мощно. Надеюсь, они быстро не сломаются. А вот и мой скромный завтрак. Добро пожаловать к моему столу. Две мармеладки, 6 печенек, омлет, паут и... Где моя рука? Ха, и чай. Зеленый чай с жасмином, но почему-то я не чувствую вкус жасмина. Вообще в походе вкусовые ощущения меняются, не понимаю. Зеленый чай я брал для того, чтобы пульс не повышал. Вот черный чай, он повышает пульс. Мне это не надо. Все. Приятного мне аппетита. Уже наступила жара. Хоть времени всего 8:15. Это просто трэш какой-то. Вчера, конечно, было большое везение, что я смог втиснуть палатку в этом безбрежном море кустарника. Здесь вообще какие-то кучи, как будто захоронения. Бабочки на меня садятся. Вот какие цветы здесь. И речечка моя, хорошая такая, как и укол. Итак, время без 20:10. Я собираюсь забраться на южную вершину. Палатку застегнул, продукты убрал под дно палатки. Там холоднее. Вон там в тазик набрал воды, чтобы она грелась. Когда приду, может, помоюсь. Не знаю, как отсюда идти. Если идти по руслу, это надо через заросли идти. Или идти вон там по курумнику и вот так вот наверх. Такой варик тоже есть. Конечно, идти рядом с курумником.
Но там такие стенки внизу. Надо как-то ее облезть, не знаю я. Возможно, там слишком круто внизу. В общем, сейчас солнце светит хорошо и видно, где можно пройти. То, что можно в районе русла идти, это точно. Но как до туда дойти, непонятно. Зона деревьев очень высоко уходит. Пока я иду просто вверх по распадку. Ничего не выдумываю. Нашел какую-то тропу. Такая плохенькая тропа, но идти можно. Палатка где-то там, вон там где-то. Прошел я 750 метров уже. Высота 1920. Нужна высота 2396 метров. Целевая. Пауты яростно кружат вокруг меня. Я пока иду в полном облачении, в штанах и длиннорукавке. Тропу я, похоже, потерял. Слева от меня бастионы с курумником. Похоже, я правильно сделал, что здесь иду. Прошел километр, высота 1972. Вот такая тропинушка идет. Отличная. Кто бы мог подумать. Среди кедров. И ветерок тут уже задул. Красота. Жаль, ручей далеко. Но я взял с собой немного воды. А потом мне надо будет куда-то вон туда идти. На перевал Нуртойский и озера. Горные гвоздики. С тропы я сбился. Все-таки пошел чисто вверх. Жесть, конечно. Не знаю, куда тропа ушла. Возможно, она так и идет там по распадку. Поднялся на ступень. Здесь даже палатки можно ставить, если сильно захотеть. Ой, ветерок хороший. Надо охладиться. И вон там цирк уже видно. Ой, там все ивой заросшее. Хорошо, что я здесь полез. Думаю, сейчас вот тут по зеленке нормально зайду. Высота 2050. Дошел до зоны Сагандали. Очередная ступенька. Вот так, видимо, и будет набор высоты по ступеням. В общем, здесь, в общем и целом, сухо. Поэтому я сейчас одену ботинки и пойду в ботинках. А паутов, кто хочет, тот и пускай кормит. А я не буду. Кстати, наконец-то внизу показалась моя палатка. Вон там она стоит. Одна одинёшенька. И хорошо, пускай так и стоит. А вон там Хангарульский хребет, откуда я фотографировал. И вон там даже вершину какую-то справа видно. Возможно, это новый Халбуртуй. Переобулся в ботинки. Сижу, разглядываю камушки. Вот они. Опять эта облегченная порода. Как на Маргасанской сопке. Первый раз увидел здесь Арктоус. Вот Арктоус. А это Сагандаля. Это Шикша. Нету ягод никаких. Эпично смотрится этот каменный сыр. Особенно вот этот кусок. Как он?
Я так понимаю, не особо прочная порода. Да, он весь раскалывается сразу. Поэтому крупных обломков нет. Крупные обломки где-то закопаны. Высота 2,110. Нашел горячавку. А рядом вот такой цветок. Вот он. Листья, как у петрушки. Конечно, здесь есть жарки. Куда без них в горах. И белянок вон еще целая куча. Услышал ручеек. Вот как здорово. Высота 220. И ручей. Надо точку поставить, наверное. Если я тут буду возвращаться. Попью прямо сейчас отсюда. Вот отсюда буду пить. Вот отсюда. Горы пока что ниже не становятся. Но появляются какие-то новые виды, ступени. Кукушка кукукает. Палатку мою видно. Камни шевелятся, по ним никто не ходит. Видимо, здесь коз мало, в основном олени. Олени не любят по камням ходить. По камням козы да медведи ходят. Высота 2230. Дошел до пояса скал. Это очередная ступень. Вон там выше еще одну скалу видно. И вот на той вершине видно эти пояса ступени. Вот мне придется обходить скалистые места. Ветерок хороший, но пауты пока не отстают. Может, это последние. Мне кажется, здесь им нечего делать. Вон там, я кажется, вижу на горе хорошую тропу. Вот так идет. Я эту тропу видел с космоснимка. Но мне от нее толку нет. Я не хочу так кружить. Я хочу забраться здесь наверх. Такой план. Все, уже облака начинаются. Яркость падает. Палатку хорошо видно. Ниже палатки, главное, столько льда. Ладно, сейчас правее обойду. А потом, наверное, левее. Следующий пояс. Насколько здесь крутовато. Ну, крутовато, да. Как морены такие. Высота 2300. Я уже выше многих гор. Панорама просто сногсшибательная. И восточные Саяны видно. И вершины Хангарульского хребта. И даже видно вон там справа горы. Куда я дальше пойду потом. Класс. Так, здесь очередной подъем, очередная ступень. И, что самое интересное, я опять нашел воду. Пить я здесь не буду, поставлю точку. Если буду здесь возвращаться, то наберу здесь воды. В общем, надо брать фильтр, чтобы всякие червячки там, частицы, отфильтровывались.
Фильтра у меня нет с собой. Надо купить простой. Или чистящийся, или одноразовый, легкий. Такие цветы прикольные. А там листочки лежат. Плывет всякий мусор. Ну, иногда. А в основном чистая вода. Вот тут даже течение есть. Но ветром надувает туда мусор. Высота. Класс. Но сейчас я, скорее всего, выйду на эту ступень и буду какое-то время идти до следующей ступени. Теперь ступени, я думаю, реже будут. Дошел до пояса цветения кашкары. 1 июля на дворе. В этом году уже везде кашкара цвела. А здесь еще цветет. Кстати, вот этих цветов все больше. Они вот такими шишками растут. Эти уже отцветают совсем. Вот еще такие цветы бывают. Но обычно я их в саянах вижу. Вышел на плато Южной вершины. Самой вершины не видно. И сейчас и вокруг ничего не видно будет. Хочу заглянуть на ту сторону. Но буду идти в сторону самой высокой точки, пока что, которую вижу. Высота примерно 2360. Травка растет, цветочки. Воды пока не вижу. Но думаю, что вода может быть здесь, в ямках. Так, справа показалась какая-то вершина непримечательная. И на ней видно триангулятор. Большой триангуляционный знак сооружения. Это очень интересно. Вон там еще какая-то вершина большая. Так, в ту сторону. Не помню, как вершина называется. Во! Во! Вот она, похоже. Южная вершина передо мной. Я уже думал, она потерялась тут в плато. Отлично, можно ускоряться. И вон там дальше видно горы. Рептаха-Мордобан. Такие известные вершины, как ретранслятор. И Ханула. Сверху и посмотрим на них. Так, судя по карте, в 35 метрах от меня, вот туда, вершина 2380 метров. Такое может быть, судя по GPS. Судя по SRTM, здесь 2365 метров. Кто-то здесь вот так камень поставил. Возможно, это вот эта точка и есть. Хотя вон там еще одна, как бы пирамидка. Непонятно. Так, а мне нужно идти левее. Там более высокая часть, и слева заходить на высшую точку южной вершины. Камни облегченные, пористой структуры. Все в каких-то ямках тут. По всей видимости, это ледник таял, и камни проваливались. Возможно, там можно найти воду. Вот там трава получше на дне этих ямок. И вообще не сказать, что здесь климат какой-то ужасный. Вон сколько цветов. Хоть и карликовые. Ну что? Как я и думал, вода здесь есть. Наверняка там разные букашки размножаются. Но вода не выглядит застойной или затхлой.
То есть она вполне себе питьевая, только нужно отфильтровать ее. Что интересно, по воде бегают водомерки. Вот так-то вот. Вон они носятся. Вижу 3 штуки. Итак, вот оно плато верхнее, я думаю, южные вершины. А вон, похоже, видно Утуликскую подкову, вершину. Так, где здесь высшая точка, непонятно. То ли вот тут, вот слева. Но разница, наверное, тут небольшая. Буду смотреть по моим данным. Из интерполяции с РТМ. Ну вот там вот вершины просто сногсшибательные. Какие-то пироженки. Так, вот там виден какой-то гребень длинный, зеленый. По GPS тут высота 2394 метра. По данным встроенной карты 2384. Все это неточные данные. Все эти данные вообще неточные. Когда-нибудь появятся точные данные, и мы будем знать, что да, вот эта вершина точно вот столько-то по высоте. Но пока у нас нет переносных приборов, которые могут точно определять высоту. Так, вот, похоже, Утуликская подкова впереди. Я иду вот на эту вот груду камней, которая вроде бы тут выше всех. Так, похоже, наивысшая точка южной вершины где-то здесь. Если чисто визуально предположить. Или где-то вот там. В общем, разница здесь небольшая. Так, судя по данным, которые я подготавливал, мне до точки нужно дойти еще 22 метра. Честно говоря, никакого тура нет. Это очень сложно. Так, 16 метров. Сейчас придется тур сложить. 6 метров, 7. Так, ну тут уже на спад пошла высота, как мне кажется. В общем, очень сложно сказать. По мне, так я уже вот стою на самой высокой точке. По данным, по моим, я прошел... В общем, я в 5 метрах от самой высокой точки, по данным спутниковых замеров. Ну-ка, вот тут вот что-то как будто сложено. Сюда подойду. Не, это в обратную сторону. Сейчас я найду эту точку. В общем, ладно. Все, она где-то здесь. Вот в этом месте. Вот в этом месте высшая точка южной вершины. Вот GPS, высота 2396. По встроенной карте 2386. Сейчас будет еще высота по специальному приложению. Приложение называется «Высотомер». Спасибо. Отмена. Пока что показывает 2398. Так. Ладно. Кладу здесь на камень. Главное не потерять смартфон. 2396 показывает уже. Ладно, пойду пофотаю в округе пока.
Ну что, посмотрим на утуликскую подкову с точки, с которой мало кто на нее смотрел. Вот это да, дух захватывает. Обалдеть. Истоки Утулика. Вниз идет долина Утулика. Но это мы разберем чуть дальше. Утуликская подкова. 2396 метров. Высшая точка хребта Хамардабан. За перевалом истоки реки Утулик и долина реки Утулик начинается. Здесь внизу истоки Хохергола. С перевала идут тропы. Если я сейчас тут с южной вершины спущусь на седловину, то поднимусь, конечно же, на северную вершину, что хотелось бы. Вот там хорошо, отчетливо видно высшую точку северной вершины, Утуликская подкова, 2396 метров, огромный тур сложен. Вот это чудеса. Прямо на перевале Хангарульском медведь ходит. Вот жесть. Нафига он туда залез? Квадрокоптер ему надо туда запустить. И, кстати, тропа уходит на Утулик с перевала. Я думал, человек, а он черный. Черный-то медведь. Но не могу приблизить. Очень далеко. Так, если посмотреть вот так, то я дальше пойду вон туда. Вон та вершина. Тумбусун Дулга Восточная, насколько я понимаю. И я, наверное, слева от нее буду проходить. И идти вот там дальше. Там будет перевал X, который я видел, но не проходил. Дальше идет вершина Маргасан, на которой я был за перевалом Надежда. И дальше вон там торчит конусом Маргасанская сопка, на которой я был дважды. Еще правее видно вершину Босан. Правее Босана видно еще какую-то вершину, возможно, это Рассох. И видно еще как будто бы пик Черского. Но это не точно, но скорее всего это он, судя по форме. Вот как раз левее вершины Утуликская подкова. Меня больше всего волнует медведь, куда он сейчас пойдет, гад. Пускай идет на Утулик. Как таракан там ползает по перевалу. Итак, подведем итоги замера высоты высшей точки южной вершины. В приложении высотомер низшая точка 2396 метров, высшая 2400 метров. В этих пределах высота постоянно гуляет. Примерно 2398 метров, мне кажется, в среднем. Среднюю не показывает высоту. Дальше. Смотрим по часам. На часах высота по GPS 2397 метров. Я уже сижу тут несколько минут. Высота по карте ничего не значит. Это быстрая высота 2386 метров.
Такая вот она южная вершина. Пора отсюда уходить уже. Идти на северную вершину, если получится на нее пройти. Измерения сделаны, выводы будем делать после. Вперед, у нас все получится. Сложил небольшой тур в том месте, где измерял. Такой вот он в трехмерном виде. В этой точке я измерял высоту. Все, собираю вещи и иду. Может быть, сейчас еще квадрокоптер запущу, чтобы угнать медведя на утулик. В общем и целом я согласен, что высшая точка примерно в том месте и находится. Высшая точка южной вершины. Турик отсюда хорошо видно. Так, надо еще сюда заглянуть. Что здесь такое адовое? Есть ли тут медведи? Так, тут хороший подъем. Вот тут я хотел остановиться, зайти по той реке. Это хороший варик. Теперь я это вижу. Медведя пока не вижу ни одного. Тот медведь ушел на утулик. Что я тут не вижу? Я здесь не вижу троп. Без троп идти очень плохо. Так, вон. Там лес заканчивается. И вот тут вот подъем по ручью. Конечно же, там березка, болото, все как положено. Но вода есть, даже здесь можно спуститься с седловины и набрать там воды. Вон там. Слышно, как она течет. Тут все в порядке. Но в этом месте может быть сильный ветер. Вот две причины. Это отсутствие тропы. И, возможно, сильный ветер. Ладно. Вот на этой вершине, кстати, стоит триангуляционный пункт. Туда я не пойду. Не пойду, потому что у меня столько времени нет. Но прикольно, что он там стоит. По всей видимости, съемка этих вершин велась оттуда. В частности, вершины Утуликская подкова. Ну а вот эту южную вершину вообще не снимали. Она снята только из космоса. Так, теперь мне надо как-то спуститься на седловину. А с седловины я уже вижу, что подняться несложно. Здесь пока что скалы. Но, как известно, скалы можно обойти. Вон какими ступенями вниз идет. Ё-моё. Надо было там спускаться, где я сидел, и по полочке идти.
траверсом. Вот тут, видимо, можно спуститься. Ага. Вот тут буду пробовать спускаться. Пока, южная вершина. Пока. Было интересно на тебе побывать, составить тур и медведя увидеть с тебя. У меня на часах специальная защита. Пластиковая, силиконовая. О, камень лежит спокойно. Хотелось бы увидеть здесь вот этот цветок, лжеводосбор. Ух ты, рыхлые такие камни. Надо здесь аккуратно лазить. Это все вот эти пористые, видимо. Хотя нет. Так, первая ступень преодолена. Есть. Не помню, сколько здесь спуск. То ли 100 метров, то ли 200 на седловину. Так, нужно искать второй спуск. Если, конечно, там не спуститься. Вот тут я вижу, можно спуститься. Все это происходит на фоне вершины Утюликская подкова. Тут главное не улететь вниз. Обратно уже не вернуться. Никак. Вообще вот тут справа спуститься. И не лезть туда, на сам гребень. Что-то он скалистый какой-то. Да, вот тут надо спускаться. А там, видимо, круто. Красота. Солнце сюда уже отходит. Тени уходят. Цвет становится плоским. Хамардабан! Есть. Спустился как-то быстро. Никак не 100 здесь метров, не 200. Перепад. Ну, 100 может есть, 200 точно нет. Ух ты, ничего здесь, какие столбы. Где-то я такое уже видел. Офигеть. Вон тот особенно с глазом. Сторож Южной башни, привет тебе. Вон та соседняя вершина тоже красивая. Вершина, с которой Утюликская подкова образует ворота. Между бассейнами рек Хангарул и Утюлик. Тут медведя пока не видно. Оленя-то не увидеть. Олень будет лежать, и ты его не увидишь с 10 метров, пока он не зашевелится. А вот медведь ходит тушей черной. Ого! Отсюда классный вид на этот бастион. Класс! Вот, отсюда гребень тоже мощный. Класс, да? Шикарно. А может быть, еще полазить придется. Думаю, я достаточно быстро заберусь по этому гребню с перевала. Цветочков тут достаточно, значит, влага есть. Но мне только не хватает. Я все время хочу пить. Уже даже паутов не осталось, так бы их ел. Так. Первая грядка, по которой нужно карабкаться. А вон, вон они, лжеводосборы. Похоже, это они. Точно. Я нашел вас. Класс. Такие уже подсохшие, немного подвявшие. Но все равно знакомые цветы. Это класс. Обойду. Зайду по более пологому, что ли. Хотя можно и тут залезть. Еще надо лезть, наверное.
Так, это что за цветы? Непонятно. Тут под бастионом такое местечко уютное. Вид на южную башню. Точнее, южную вершину. Вот опять эти такие же столбчатые. И вон там слой вулканический. Черный. Сейчас прямо вот тут и залезу. Чего долго ходить вокруг да около? Там как будто проще лезть. Там сыпуха вообще, а тут вроде бы ступеньками более-менее. О, маки. Вот она, эта черная порода, видимо. Вот она, лава бывшая. Я думаю, она старше динозавров. Интересно, да? Слой лавы. А вот те столбчатые. Это уже другой период. Есть мнение, что это отложение. Вот они выше. Выше лавы. А лава обсыпается под ними. И они постепенно скатываются вниз. Очень постепенно. Самому бы не скатиться. А, крошка здесь это. Лавовая. Красота. Такие, не знаю, как такие спелые такие плоды. Пористая структура. О, вода сочится. Мне бы сейчас ручеек. У меня есть еще около литра воды, хватит, чтобы спуститься. Потому что я пока что еще литр не использовал. Залезу сейчас на этот бастион. Брусничник цветет. Где его только нет. Фу. Все, плата близко. У меня с собой ни ручки, ни бумаги. Так что написать записку я не смогу. Тур. Вершина Утуликская подкова. Ну а у меня есть видео. Думаю, оно сохранится. Видео доказательство. Вот оно, плато вершины Утуликская подкова. Вершина вон там. На камнях. Пока луж не видел, только пересохшие. А тут более наклонная поверхность. Вон там правее более ровная. Пока 2389. Вау, кто-то табличку туда затащил. Пик. Ого, ветер какой. Хорошенький.
Ну что, вот он, миг счастья, миг победы и достижений. Говорят, счастье нужно удлинять. Вон туда мне. Так, тур оказался не такой уж огромный. Итак, вот он тур, вершина Утуликская подкова. Здесь воткнута алюминиевая труба, на ней звезда, вырезанная ножовкой. И как будто зачищенная еще. Символом свободы дата стала Дня Победы, но еще горька, не померкнет воинская слава, подвиг сохранится на века. 2045-2015 годы. Памятный знак установлен в честь 75-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией, 2020 год. Так, переходим к исследовательской цели замера высоты. Сейчас на часах 2394 метра. Опа, явно меньше. Явно. Итак, смартфон для замера высоты положен как раз на плоскость вершины. Сам тур немного выше, вот он стоит. Замер производится вон там. Сейчас я еще с часами буду ходить, точка будет уточняться. Посмотрим. Пока что цифра меньше, чем на южной вершине. Итак, во-первых, я поправил тур. Во-вторых, я нашел банку с фантиком от Сникерса. Хорошая шутка, но внутри лежит записка. Почитаем. Вот так теперь выглядит тур. Ровно стоит. Вот банка. Вот он, Сникерс. Вангую. Поход был зимний. В общем, как я и думал, поход был зимний. 15 февраля 2019 года. Время 10:44. Поднялся от озера Перевального. Одиночный лыжный поход 5-й категории сложности. Мурино, Лангутай, река Снежная, вершина ретранслятор, патовая вершина, крест, перевал, туристов, перевальные. Далее река Утулик, вершина Маргасан, вершина Маргасанская сопка, вершина Босон, вершина Чекановского, вершина Черского, Камаринский хребет, Слюдянка, леопард Фил. Привет леопарду Филу от Алексея Казарина из некатегорийного похода на вершину Утуликская подкова. Итак, вот она, записка леопарда Фила. Вон она, зелененькая. Я ее обратно складываю в банку. А банку эту положу в полиэтиленовый пакет. Чтобы там кто ни думал, пускай этот артефакт времени и туризма еще какое-то время сохранится здесь. На вершине Утуликская подкова. Я знаю, на всех вершинах складывал. Но я увидел только эту. На вершине Маргасан я не нашел вообще записок.
Так, посмотрим, что у нас с замерами. 2395 метров. Низшая точка 2392 метра. Высшая 2398 метров. Сейчас 2396 показывает. То есть, что могу сказать? Не знаю. Так, а на часах показывает 2395 метров по GPS, 2381 метр по встроенной карте. Давление 569,1 миллиметров ртутного столба. Сейчас показывает 2397. Какое-то животное пискнуло. Раз, два, три. Ладно, будем считать достаточным 19 минут замеров. Спасибо тебе, вершина Субутуй, Утуликская подкова, что пустила меня. А теперь я еще должен спуститься. Все получится. Вперед. Так, ладно. Небо в какой-то мути непонятной. Связи на вершине нет. Ни МТС, ни Теле2. Я теперь иду по своему треку искать, где там спускаться. Потому что отсюда вообще непонятно, куда идти. Нужно выйти на перевал Субутуй. От него траверсом уйти на перевал Хангарульский. Как раз там, в общем, пройти, где медведь лазит. Вот это будет забавно. Пока, Утуликская подкова! Пока, высшие точки Хамардабана! Хребта Хамардабан! Я возвращаюсь к палатке. И пусть меня там никто не ждет. Я иду туда, куда-то в сторону озера Перевального. Оно где-то вон там. С квадрокоптера его хорошо было видно. А здесь справа стекает река, по-моему, Субутуй называется. О, озеро я все-таки нашел. Какой-то рыжий лишайник. В общем, это все, вода есть, кипятить надо. Так просто пить такую воду опасно. Кстати, здесь возле луж, вот я увидел следы чьи-то. Какое-то животное здесь бывало. Короткие следы, то ли оно не боялось, то ли это какое-то небольшое животное. Большое животное с такими достаточно среднего размера лапами. Ой, это что? Ё-моё, тут водоросли наросли. Тут настолько сыро, что здесь растут водоросли. Ха. Вот это жесть. Не, ну красота же. Это ж какие-то болотные цветы. Горячавки тут растут. Да, вот это точно. Цветы болотные. И вот эти вот, не знаю, тоже, наверное, болотные цветы. Здорово, да? Класс. Вот где красота. Уверен, что здесь теплая вода. Но купаться я бы здесь не стал, в этих лохмотьях. Ветром надуло мусор. Так, я уже постепенно спускаюсь. Вышел я сюда, на край, и вижу истоки реки Субутуй. В реку Субутуй впадает река Снежная. И потом название становится Снежная. Хотя вроде бы Субутуй крупнее.
Так, вон там несколько озерков на перевале Субатуй. Там, конечно, зверье может быть. И как будто бы я вижу двух медвежат. Но это пока не точно, я наблюдаю. Вот такой спуск тут. Нужно держаться ближе к гребню, получается. Потому что здесь более круто справа. А, мне сейчас вот с этой ступени главное спуститься. Ага, понял. Вот, передо мной ступень, которую хорошо было видно с квадрокоптера. Со ступени спуститься и идти прям туда, вот по гребню. Угу. А вот тот перевал, где озеро Перевальное, это, по-моему, перевал туристов, про который писал Леопард Фил. Конечно, это классический маршрут вот здесь проходит. По склону вот этой горы, не знаю, как она называется. Здесь еще где-то вершина крест есть. Который из них крест, я не знаю точно. Так, вроде бы это не медвежата. Точки не шевелятся. Ладно, ищу спуск с этой ступени скальной. Скальный пояс остался позади. Достаточно серьезное место, но есть где спуститься. Все ок. Постепенно выгребаю к гребню и смотрю вниз, любуюсь. Может быть, медведя увижу. Счастье ли увидеть медведя? Вот в чем вопрос. Сегодня я видел медведя. Но квадрокоптер туда не отправлял, потому что аккумуляторы были рассчитаны на то, чтобы я снимал вершину, а не медведей. Ну вот сейчас у меня заряжается аккумулятор, и я готов снимать медведя, если он мне попадется. Так, приколюха в том, что я подхожу к следующей ступени. Как-то я ее не ожидал. Вот он виден, край. Где спускаться, непонятно. И вообще, как она выглядит, эта ступень, непонятно. Как будто там вообще обрыв вниз. Иду по Сагандале, запах такой мощный. Вот она цветет. Отцветает, точнее, уже все. Так, вот она ступень. Так, можно вот тут спуститься. В общем, спуститься можно. Пойду пока вот так траверсом сбрасывать высоту. Насмотрелся я на эту правую долину. Пошел смотреть на левую. Тут все вулканическое. Вся порода. Во! Вот это я понимаю уже виды. Ой, ветерок отличный. Вот тут кто-то спускался. Фу, шапку аж сдувает. Вот это да. Так, пока ничего не понятно, но очень интересно. Вот это исток. Это же исток Кутулика. Одно из самых великих рек Хамардабана. И вон там справа хорошие тропы идут в сторону перевала Хангарульского. Вон там перевал. Сейчас мне это все пройти надо. Я смотрю медведя того. Может, он где-то здесь тусует. Хорошо вижу тропы на той стороне долины, которая спускается к Кутулику. Так, ладно, медведя я не вижу. Где-то лазит. И иду на перевал Субатуй. Нормальная высота. Точнее, крутизна. Все, короче, пора к палатке. И надо ужинать. Чувствую, я приду туда часам к 6. Хотелось бы к 5 прийти.
высота 2150. Первые деревья. Вот это что-то похожее на кедровый сланик. Это ива. А вот это лиственницы. Как будто их недавно посадили. Для такой высоты круто, для лиственницы. Вот же еще их несколько штук. О, как цветет-то сагандаля. Класс. Здесь опять марсианский пейзаж. Можно камень столкнуть. Нет, нельзя. Кстати, вон там вижу, как будто какое-то животное. Не движется. Достаточно крупное. Ну, скорее всего, это олень. Лежит в траве. Пока еще совсем не спустился. Снимаю перевал Субутуй. Озера перевала. Тропа идет чуть выше. От озер чуть выше тропа идет. В сторону того перевала. Так, сейчас мне нужно выйти на тропу. Иду вон туда, к той скале. Там тропа. Тура никакого здесь не вижу. Да, его здесь еще и поискать надо, если поставить. Но место проходное, здесь много людей ходит. Вот в том озере. Не знаю, на камеру ни черта не видно. Следы медведя свежие. А вон показался мой перевал Хангарульский. Через него мне перевалить надо на Хахюргол. Там моя палатка. Слишком много болтаю, надо идти. У меня, конечно, есть всякие вкусняшки и воды есть немного. Но в палатке нормальная еда. Я, получается, на ужин отъедаюсь. Хотя я сегодня утром съел омлет. Он такой большой по объему получается. О, как круто выглядит. Ворота такие. Просто огонь. Вот они, тропы, поднимающиеся на перевал Субутуй. Как будто здесь табунами ходят. Место, конечно, популярное, но не настолько же. Ё-моё, водосборы какие. Сезон водосборов, конечно, уже отошел. Раз, два, три. Тут на проспекте, наверное, полно животных. О, вот они следы. Наконец-то. Оленьи следы. Похоже, вниз шли. Вот тут все в следах. Древний курумник. Так, тропа куда-то исчезла. Вот оно, это озеро. Интересно, что оно в яме, в кратере. Никакой это не исток вообще. Из него ничего не вытекает, оно в яме. Интересно, какой высоты тут снежник бывает. Метров 10 глубиной. Я в шоке. Вода там, конечно, такая себе. Ну, истока-то нет, вернее, стока. Я думаю, сток в Марену. И вода спокойно уходит туда, в Утулик. Внимательно надо смотреть. Медведь может где-то здесь шарахаться. Потому что здесь всякие кочки. Ничего не видно. Раз, два, три. Да и меня тут не услышишь еще с этим ветром.
Эх, побывал я здесь. Я прямо сейчас здесь, под Утуликской подковой. Класс, супер. Если медведь не сожрет всю мою хавку, я отсюда выберусь. Приходится очень внимательно следить за тропой, потому что она постоянно где-то теряется. Вон какое русло с Утуликской подковы. Надеюсь, я до грозы вернусь. Но пока что нету огромных туч. Самые истоки реки Утулик. Но перевал называется Хангарульский. Потому что с той стороны истоки реки Хангарул. Ну, не совсем истоки. Река-то Хахюргол называется. Хангарул-то все-таки не отсюда течет. Она течет со стыка хребтов. О, какая трава. Интересная. Стручки. Все, пауты уже атакуют. Воды пока нет. Пока тропу видно хорошо. Лучше идти по тропе, чем где-то лазить. Решил я. И все время ее ищу. Шишки на кедре. Все в порядке. Медведь, ты где? Фух. Оставайся здесь, на Утулике. Не ходи ко мне, гость. Я не гостеприимный. Все это знают. Вон там в наших горах солнце какое светит. Аргасанская сопка, Босон. А здесь что-то тень. Но это хорошо, и так жарко. Дело в том, что в этом месте тропа потерялась. Все говорит о том, что вот впереди у нас курумник. И где-то слева надо его обойти. И вон там выше я уже вижу тропу на перевал. Что у нас там подкова? Ух ты, ничего, какие бастионы здесь. Офигеть! Офигеть, почему я таких фоток не видел? Просто жесть. Таких гор я не видел на Хамардабане. Подхожу уже к седловине перевала. Увидел вот такую приколюху. Кто-то здесь поставил турик. Это даже не седловина. Может, это какая-то смотровая точка на эти бастионы Утуликской подковы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, перевал Хангарульский. Привет. Вон где-то там я поднялся. Наверх, на южную вершину. И вот так по контуру и прошел. Хоп. И там спустился на перевал Субутуй. И сюда пришел. На перевал Хангарульский. Это что, медведь? Эмигрировал тут. Ой, как хорошо-то здесь. Так, тут его не было. Он где-то там лазил. В тех камнях. Вот сколько места под палатки, только палатку тут сдует сразу. Как только рот открывая, сразу пересыхает все. Вон вижу тропы мощные. Где-то здесь шарахался.
дерево, поискать его. Я иду сейчас вон к той тропе. Не знаю, моя это или нет тропа. Может, моя раньше спускается вниз. Вот долина моя, Хохёргол. Так, там дальше березка уже. И вот истоки Хохёргола. Вот там где-то озеро было. Уникальные кадры, уникальнейшие кадры. Так, вот тут кто-то лазил, похоже на медведя, но не сегодня. Видимо, он часто сюда приходит, тут какие-то лечебные грязи в перевале. Сейчас все как-то подзасохшее. Так, я же всю тропу ищу, смотрю. Ну, вон там какая-то тропка есть. Вроде бы. А, тут, похоже, каньон. Поэтому тропа идет поверху. Ну, это логично. Все ясно. Хохёргол, та еще река. Та. Жесть просто. Пока утуликская подкова. Спасибо, что пустила и отпустила. Вон виднеется река, куда я иду. Я иду туда, где лес. Вон там лес, далеко где-то, хрен знает где далеко. Там моя палатка на берегу. А завтра я полезу в эту гору. Вот так прямо от леса от своего. И вон там перевалю ее. Не совсем перевалю, конечно. Но постепенно буду переваливать. Чьи-то очень странные какахи. Не пойму. Медвежонка совсем маленького или как? Он какой-то крупный изюм ел? Или ел чужие какахи, и у него не сварение получилось. Тропа очень резко идет вниз. Мне это не очень нравится. Похоже, она идет на водопой. В общем, сейчас спущусь по этой тропе и пойду по низу курумника. Там видно будет. Животные, похоже, реально шли на водопой. Ну, не носят они с собой бурдюки с водой. Вон какой каньон Хохёргола на фоне утуликской подковы. Вот отсюда был бы вид шикарный. А вот можно уже и попить воды. Привет, Хохёргол. Ну, здесь-то ты, конечно, ручеёк, что сказать-то. Потому все и думают, что ты ручеёк. Наивные. Красота. Все это я видел сверху. А теперь спустился вниз. Вода такая хорошая, притягательная. Так, все. Троп здесь много. Они все идут под курумником. Каким-то образом я вылез на тропу вот такую огромную. А там кочки адские. Фу, да что за тропа такая классная. Почему я на нее не попал-то? Вон я свою вижу, а это откуда пришла, непонятно. Короче, места знать надо. От реки я уже далеко.
Мне кажется, она сейчас в гору пойдет, вон туда тропа. Я вижу там какую-то тропку. Ничего страшного, спущусь потом. Лезть тут через кусты — это просто жесть какая-то. Тут не просто кусты, там еще кочки такие по колено глубиной. А некоторые еще больше. Медвежонок, ты где? Вчера, да, здесь был? Или позавчера? Да, этой тропе, наверное, сотни тысяч лет. Ее даже на космоснимке видно. Хотя потерять ее тоже просто. Потому что она не человеческая. Вон уже деревья начинаются. Скоро мне сбрасывать. Мои деревья вон там. Вот мои деревья. Там моя палатка. Завтра придется лезть по этому трэшу наверх, на гору. Других вариантов я не знаю. Хо-хо! Моя палаточка! Моя палаточка! Я уже почти рядом с тобой. Так, что-то здесь с тропой с моей стало. Наверное, вот сюда мне надо идти. Красивые тут места, сочные. Палатка целая, значит, все в порядке. Камни под травой. Сегодня у меня полуднёвка. Я помылся с шампунем полностью. Постирал некоторые вещи. Повешал сушить. Спальник вообще любит, когда его на солнышко кладут, на ветер. Вот вещи. Футболку постирал. Сначала повешал сушиться. Но такая жара лютая, что я на себя ее одел. Мне стало хорошо. А вообще я оделся, потому что пауты уже достали. Просто сволочи. Все хозяйство мое сохнет. Вот эти мега прищепки. Тот носок тоже надо за самый край зацепить. Футболочка моя боевая. Вот в этом тазу весь день стояла вода. Она нагрелась до такой температуры, что когда дул лютый ветер, когда я мылся, я поливался быстрее этой водой, и мне становилось тепло. Вон они, твари, ползают. Жрать хотят меня. Ну и не обошлось и без компотика. Я набрал ревня, почистил его, покрошил. Сахару добавил, все. Получился компотик. Кстати, уже остыл, можно пить. Класс, дневка. Ладно, буду отдыхать, пока футболка на мне не высохнет. Потом одену вторую футболку, чтобы она тоже сохла на мне и охлаждала меня. Облака так и не собрались. Жара так везде не стоит с самого утра. Если завтра будет такая жара, я просто сдохну. Мне нужно забраться вон на ту гору. А тропы туда никакой нет. Вот такие дела. Есть еще вариант дойти до этой тропы, которая идет там посередине. Возможно, она огибает гору. И
с той стороны обходит. Такой вариант тоже есть. А может, она и ни черта не огибает. Но до той тропы тоже очень высоко лезть. Вон они, ворота. Красота. И еще такие ворота увидеть. Помню, подобная красота в Ергаках. Да. И тут вот. Тут вообще никто не ходит. Вообще. Тут вообще никто не ходит. Вообще никто не ходит. Ходят вот только на вершину и все. Все? Я не понимаю. А, божественный компот. На компот я брал отборные листья, молодые самые, в пучке, там как пальма растет, один лист, второй, третий и вот последний. Последний я срезал, те не брал. Взял с 4 или с 5 кустов, или с 6 даже, и получился четкий компотик. Вот у меня печеньки есть, конфетки есть. А вот это вершина Утуликская подкова. Одна из высших точек хребта Хамардабан. Что-то солнце отключили. Такими темпами я только на себе буду все сушить. Вот и вечер, 9 часов всего, а уже чичер. Я все закрыл, потому что холодно там, дует ветер. У меня ужин. Вот это паштет, макароны, лапша или как их назвать, и хлебцы для паштета. А потом будет чай. Приятного мне аппетита и увидимся в следующей серии. Пока. Больше всего волнует медведь, куда он сейчас пойдет, гад. Пускай идет на Утулик. Как таракан там ползает по перевалу. То есть, что могу сказать, не знаю. Вперед, у нас все получится. Я возвращаюсь к палатке, и пусть меня там никто не ждет. Если медведь не сожрет всю мою хапку, я отсюда выберусь. Класс. Супер. Мощь. Пирамида.